Катаракта – это частичное или полное помутнение хрусталика глаза, расположенного внутри глазного яблока между радужкой и стекловидным телом. Хрусталик от природы прозрачный и играет роль естественной линзы, преломляющей световые лучи и пропускающей их к сетчатке. Потерявший прозрачность хрусталик при катаракте перестает пропускать свет, и зрение ухудшается, вплоть до полной слепоты. На вопросы о катаракте отвечает Иван Александрович Лих, главный врач клиники «Эксимер» в Новосибирске, офтальмолог высшей категории, ведущий офтальмохирург отделения микрохирургии и общей офтальмологии, кандидат медицинских наук. Что такое интраокулярная линза? Искусственный хрусталик или интраокулярная линза – это медицинское изделие, которое имплантируется внутрь глаза после удаления естественного природного хрусталика. Современные модели интраокулярных линз максимально приближены по функциям к естественному хрусталику. Они могут быть монофокальными или мультифокальными. Таким образом, обеспечивается зрение на разных дистанциях – и вдаль, и вблизи. Кроме того, и монофокальные, и мультифокальные хрусталики могут корректировать астигматизм. Какие виды интраокулярных линз существуют? Существуют монофокальные, бифокальные, трифокальные и интраокулярные линзы с расширенным или пролонгированным фокусом. Монофокальные интраокулярные линзы обеспечивают только одно фокусное расстояние. Это или вдаль, или на ближней дистанции. И тогда необходимо использовать очки после операции для коррекции зрения или вдаль, или при чтении. Бифокальные хрусталики обладают двумя фокусами, как правило, вдаль и для чтения. Трифокальные хрусталики имеют дополнительный фокус на среднюю дистанцию. Таким образом, обеспечивается зрение не только вдаль и вблизи, но и для работы с компьютером. Интраокулярные линзы с расширенным фокусом позволяют пациентам видеть и вдаль, и на средней дистанции одинаково хорошо. Тем не менее, выбор интраокулярных линз зависит не только от медицинских показаний и противопоказаний, но и от образа жизни пациента и предпочтений пациента послеоперационному качеству зрения. Какие преимущества у трифокальных интраокулярных линз? Трифокальные искусственные хрусталики обеспечивают достаточно комфортное зрение как вдаль, так и на среднюю дистанцию, позволяя работать с компьютером, так и вблизи, позволяя после операции читать, не используя очки. Они максимально приближены к функции естественного природного хрусталика. Кроме того, если у пациента есть астигматизм, они позволяют и откорректировать данную патологию роговицы. Могут ли интраокулярные линзы вызвать аллергию? Интраокулярные линзы производят из биосовместимых материалов. Их имплантируют по всему миру уже более 40 лет. Они не вызывают аллергических реакций и абсолютно безопасны. Кроме того, внутренний фильтр интраокулярных линз позволяет защищать сетчатку от вредного воздействия ультрафиолетового излучения.